Добрый всем день, дорогие друзья! Вы на канале «Будни риэлтора». И у меня были для вас очень интересные до этого ролики. Я вам показывала самые интересные обзоры студий, которые мы смотрели для моего нового клиента. И чтобы вам стало всем интересно, мы забронировали квартиру. Кошмар, рядом со школой вот так гонять, это ужас. Еще и не горят у него эти фары. Вот, в общем, итак, мы забронировали квартиру. Ой, слышите, могу пожаловаться на то, что, к сожалению, агент с той стороны просто постоянно занят, постоянно работает, не выходит на связь, не отвечает, не берет трубку. Я уже второй день как на иголках, честно говоря. Потому что, в общем-то, аванс готовила я. Документы просто по, не знаю, по часу, по два, по три я вытягиваю, выуживаю любые. В общем, сделка тоже у нас планируется проводиться через Сбербанк, через сервис безопасных расчетов. И, в общем-то, тоже записалась на сделку я, документы добавила я. Ой, сейчас жду от нее время встречи и просто, в общем, скинула ей информацию по бухгалтерии, нашла, да, часы работы уточнила, где находится паспортный стол, и все ей прислала. И при этом она торопится и говорит, что ее клиенту нужно срочно продать квартиру, потому что они за какую-то другую квартиру платят ипотеку. И у них платеж получается через неделю. Так и моему клиенту на следующей неделе надо уже приехать, провести сделку и уехать. Поэтому как бы все торопятся, но при этом никто ничего не делает. Поэтому я стараюсь немножко торопить этот процесс, но вообще у меня нет контактов. И понятно, что все собственники, все люди работают, да. Я попросила, значит, агента организовать нам еще одну встречу на квартире днем, до сделки, естественно, да, чтобы нам посмотреть еще раз при дневном свете, посмотреть показания счетчиков полностью. Вот. Значит, мне нужно, конечно, чтобы посмотрел у меня клиент квартиру днем. И тоже мы убедились в том, что на данный момент такие показания, да. В договоре аванса, естественно, я прописала все технику, всю мебель. То есть, ну, подошли к этому вопросу серьезно, в общем. Вот сейчас час пик. Время у нас уже 7. К 7 часам идет. Ну и, в общем-то, люди идут с работы. В общем, отреагировала агент пока не очень понятно, потому что я все-таки ей написала уже несколько раз, что, пожалуйста, давайте согласуем время заранее. И моему клиенту, да, парень, который смотрит, и мне нужно понимать, во сколько приедет хозяйка, сможет ли она вообще приехать, чтобы нам еще раз посмотреть квартиру. Ну, ответа нет. Целый день я ей звоню, пишу. Просто ноль эмоций. Понятно, что люди могут быть на сделке, но в течение дня можно как-то ответить, как-то хоть что-то написать. Ладно. В общем, если мы завтра будем днем на квартире, вы увидите
в этом ролике, какую квартиру в итоге мы забронировали. Все сделали удаленно. Квартиру и продавца я проверила. Поэтому, запросив необходимые документы, мне в течение дня прислали. Будем пополам. Ну и все. Мы записаны на сделку на вторник. Хочу сказать, что по остальным квартирам было очень много звонков от агентов, которые очень были рады, что вообще мы пришли с наличкой, предлагали свои условия, предлагали, естественно, торг. Ну, вот так получилось, что, конечно, выбор моего клиента пал на одну квартиру, и все. Как бы я считаю, что выбор неплохой. Так что так, все, я спешу на другую встречу. Встречный агент вышел на связь только в 10 часу вечера и передала телефон собственника. Поэтому я на квартире с утра договорилась ее посмотреть. На фотографиях, сразу говорю, тот шкаф, он стоял здесь, да? В принципе, здесь все нормально. Здесь можно оставить и тумбу. Так. Я сейчас сразу включу. Там особо проверять я... Ну вот, все. Все горит, все работает. Значит, холодильник, стиральная машинка, все есть. Так, значит, здесь не хватает кухонного стола, в общем-то, и все. Что-то надо будет вот здесь подремонтировать. Холодильничек. Такой, в принципе, есть момент. Главное, чтобы он был рабочий. Так, стиральная машинка там тоже есть. 12,94. 12,94. Итак, ну, в общем-то, сейчас вы увидели эту квартиру. Надеюсь, что вам тоже она понравилась, так же, как и мне. Мы не стали смотреть другие варианты. Клиент у меня сразу быстро определился. Все-таки дело в цене, и цена играет важную роль. Сейчас пообщались, поговорили. Очень порядочные, хорошие собственники. Все спрашивали у меня, не дешево ли они продают. При этом у людей ипотека на другую квартиру, и с тем, что мы сейчас такие быстрые покупатели, я думаю, что, ну, они должны быть просто довольны быть, потому что люди, которые платят ипотеку, они теряют каждый месяц энную сумму денег. А сейчас, мало того, что им не надо ждать еще месяц-два, пока продастся их жилье, соответственно, они получат еще и на руки 3,900. За такую сумму мы договорились купить эту квартиру. Сделка у нас на вторник. Сейчас я скину этот небольшой видеообзор своему клиенту. Скажу, что необходимо будет докупить кухонный стол, стулья. И будем сдавать эту квартиру в аренду. Они ее также сдавали и очень хорошо сдавали, быстро. Квартира симпатичная. Вся необходимая мебель, техника есть, поэтому я считаю, вполне все это будет хорошо. Ну а сейчас собственники приехали для того, чтобы снять показания. Она мне показала в нашей программке дома, скажем так, что нет задолженности по коммунальным платежам. Они подали свежие эти показания. Ну и возьмут необходимые справки для сделки в паспортном столе.
Я специально сходила сейчас днем, перед тем, как нам подписывать договор купли-продажи. Специально зашла и договорилась, чтобы снять ее, во-первых, еще раз, посмотреть работу той или иной техники, да, не стала все это снимать. Соответственно, показания, убедилась в том, что это они, да. Ну и в дневном свете показать еще раз собственнику эту квартиру, какие-то моменты, нюансы. В общем, потому что до сделки сюда просто больше никто не приедет и нам ничего не покажет. Ну а клиент мой приедет только в воскресенье или в понедельник. Сын его тоже смотреть не может, ему неудобно. Поэтому это сделала я. Вот такой я молодец. В общем, все. Квартиру посмотрела, сейчас все это передам. Ну и жду, когда они мне пришлют справки. Все.